15 октября на Марпасадском шоссе в Чебоксарах должен быть достроен надземный пешеходный переход. А летом будущего года в микрорайоне «Новый город» пустят троллейбусы. О развитии дорожной инфраструктуры говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. В новом городе большая стройка, и речь не только о новых жилых домах. Полным ходом идет реконструкция Чебоксарского проспекта. Общая протяженность почти 2 километра. В этом году отремонтируют половину. В настоящее время проведены подготовительные работы, демонтированы бортовые камни на первом этапе, светильники и кабельные линии на опорах освещения на всем протяжении реконструируемого участка. Выполнено шурфование пересечек подливневой канализации, установлены опоры на второй и третий этапах. Ведутся работы по расширению проезжей части на первом этапе, устройству ливневой канализации, установке опор на первом этапе и устройству контактной сети на третьем этапе. На завершающей стадии реконструкция Московского моста. Движение по нему должны запустить уже в конце ноября. Вроде все как идет по плану, но очень ответственный период. Осень пришла, асфальт нужно будет укладывать. Когда они начнут-то? Когда приступят к укладке асфальта? ООО «Пелескер» обещает отдать сам мост на асфальтировку после 17 сентября. И в течение 3-5 дней мы асфальт там уложим. Новый асфальт в Чебоксарах укладывают и по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году на эти цели выделено около 900 миллионов рублей. 36 участков дорог протяженностью около 35 километров. Большую часть уже отремонтировали. Но сегодня мы видим, что в установленные сроки контрактом подрядчики не укладываются. Могут не успеть. Поэтому я прошу вас еще раз всех собрать. Еще раз предупредить всех о мерах ответственности, о взятых на себя обязательствах, потребовать выполнения работ в кратчайшие сроки. Ну и особое внимание к качеству принимаемых работ. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Министерство культуры администрации Чебоксар составили дорожную карту по реализации проекта «Этническая Чувашия». Напомним, что во время одной из недавних инспекций главы региона подрядчикам указали на отставание от графика. Реализация приоритетного проекта началась 5 лет назад. Все бюджетные обязательства республика выполнила. За счет региона были проложены необходимые коммуникации и автомобильная дорога, возведена котельная. Со своей стороны инвесторы должны вложить порядка 7 миллиардов в развитие этнокомплекса. Сейчас работы на объекте затягиваются. Министерству культуры поручено наладить контроль за реализацией проекта. Константин Геннадьевич, я дал вам задание, соответственно, вы дорожную карту на сегодняшний день сделали, потому что предприниматели, когда я был... В лице три групп, там есть Аксаков, опять начинают задавать вопросы. Вот то здание, тот объект, который красивый строится с правой стороны на Афанасьево, это чисто частный бизнес. На благоустройство начинает дополнительные средства предусматривать. Была бы школа, мы бы благоустроили. У них аппетиты слишком так. Я ему говорю, соответственно, он опять начинает, да вот на метро. Я говорю, объект ликвидный, ликвидный, спрос есть. Так говорю, найдите средства, я говорю, благоустройте, чтобы этот объект заработал. До 1 ноября должен быть завершен и третий этап реконструкции Московской набережной. Подрядчикам необходимо уложить брусчатку, установить ограждения и фонари. Михаил Игнатьев предложил поднять вопрос и по переименованию набережной. Ветераны и жители города мне задают уже не первый раз, хотя я сказал, сейчас публично еще озвучу. Почему Московская набережная? Понятно, там Московский район, можно ответить. И Московская набережная. Это звучит, может быть, не совсем корректно. Поэтому по названию набережной вы голосование проводите. Я Михаил Вадимович тоже давал задание с учетом всех тех технологий и как люди бы хотели его назвать.